Привет, дружище, с тобой на канале The Denvix, его владелец The Denvix и игрушка под названием Watch Dogs Legion. И что ж, мы начинаем, сегодня играем за бабулю. Я постараюсь максимально играть за бабулю. Сегодня будет ролик про бабулю-партизанку, которая... Ой, я что-то не могу ходить вообще. Она застряла. А, не, норм. Сегодня ролик про бабулю-партизанку, которая наводит свои порядки. Так, у нас тут какой-то сервак, и нам что-то надо с ним делать, непосредственно доступ. Окей. Я сюда пролезу, протиснусь прям. О, да, норм, смотри, норм. Окей. Давай. Идеальное место для моего шедевра. Здесь нужна изюминка. Прикольно, кстати. Готово. Да, имперский военный музей мы спасли. Чем меньше пропаганды Альбиона, тем лучше для Ламбета. Ну. Окей, уж. А что у нас вообще в этом районе и... Так, задание. Вот оно. Ну и, собственно, нам туда. Бабуся-партизанка наводит свои порядки. Ух, это очень долго. Как далеко вообще надо лететь? Наверное, вернусь уже, продолжим, когда я долечу. Итак, вот мы на месте. Куда ты едешь вообще? Ты вот вообще... Я хер. На месте. Что теперь? Не похоже, чтобы кто-то был в беде, да? Присядь, я проверю IP, с которого приходит сигнал бедствия. Что ж, будем ждать. Мисс! Это шутка? Даже я уже не пользуюсь раскладушками. Это криптофон. Он безопасен. Любое устройство под CTOS можно вскрыть. Если нас подслушают, обоим конец. Ты кто? Это не важно. Важно то, что у меня есть инсайдерская информация о Сирс. Полагаю, люди, которые вас подставили, работают там. Как ни прискорбно, похоже, Дэдсек — моя единственная надежда. Ладно, надеюсь, ты подготовишь речь. Хорошо. Координаты места встречи спрятаны в сети этого заведения. Чётенькая бабуся такая. Бегли, Сабина, что вы обо всем этом думаете? Так, любопытно. Чувак из Сирс говорит, что нулевой день — это агенты спецслужб, по мне. Звучит вполне логично. Такие теракты не по плечу рандомным психам Сирс, другое дело. Официально Сирс — разведывательная служба быстрого реагирования. Использует данные CTOS для обнаружения террористов и преступников. А Альбион потом их убивает. Вот, взгляни. В связи с ростом насилия на улицах Лондона, Сирс разрешает сотрудникам правоохранительных органов и Альбиона стрелять на поражение. Неофициально Сирс крадет данные и арестовывает людей за неугодные мыслишки. Средства и возможности есть, остается мотив. Сирс фашисты, но все-таки их задача предотвращать теракты, а не устраивать их. Где логика? Спросите при встрече. Наш потенциальный рекрут хочет с тобой поговорить.
Соединяю. Вот он тупой. Я вам по гроб жизни обязан. Если хочешь вернуть должок, почему бы тебе не вступить в датсек? Что скажешь? Ладно, я в деле. Так, рок завершена. Я ж нихера не вижу из этой херни. Окей, это недалеко, а это хорошо. Заехать и все, да? Ага, понятно. Окей. Так, а грузового дрона нельзя вызвать? Я хочу там забрать хреновину вон ту. Я уже вызвал этого, поэтому я ничего не могу сделать. Сюда нужно будет еще что-нибудь забрать там. Так, грузовой дрон. Давай. Так, вот как надо делать мои дела. Так вот. Ой. Да ёб твою душу. Почему? Я не могу с одного нажатия кнопки сразу переходить в управление этой херотовиной. Почему так все сложно? Зачем так усложнять все? Я не понимаю просто. Интересно. Вот черт! Этого парнишки из Сирс здесь нет. Я вижу следы борьбы. Что нам теперь делать? Возможно, за него взялась Сирс. Получи доступ к системе наблюдения, и я смогу воссоздать события в дополненной реальности. Я этим займусь. Так, окей. Надеюсь, мне хватит дистанции, чтобы забрать этот котов. Есть, хватило. Окей. Я просто бабусю не хочу пускать просход. Вот, смотри, можно тут что-то сделать. О, как. Ага, о. Хрена себе. О, как. Ну ладно, тут уже надо бабуле идти, потому что я думаю... Оу, люди, что вы тут стояли? Сори, люди. Я не хотел вас сбивать. Извините. Ищите! Перевернуть здесь все! Привет! Что ты делаешь? Я ничего не видел. О чем это ты? Постой. Ты не похожа на... Вот черт! Ты под прикрытием, да? Хочешь меня разговорить? А вот хрен тебе! Тихо, дорогуша! Я ничего не видел! Хм.
Готово. Теперь вернись, я воссоздам сцену в дополненной реальности, и мы узнаем, что случилось с нашим контактом. Так. Давай, беги, бабуля. Беги, Форест. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Похоже, это наш контакт. Боже правый. Согласен, наверняка у него бывали дни и получше. Изучи место в ДР, чтобы узнать, что с ним случилось. Использовалось нелетальное оружие. Есть шансы, что он жив, хотя, вероятно, не в восторге от этого факта. Они забрали нашего знакомого, но, возможно, не успели далеко уехать. Я могу воссоздать маршрут транспорта по данным с камер наблюдения. Так ты сможешь их догнать. Окей. Давай, беги, бабося, беги. Окей, поехали. А что у нас по очкам? А то я ничего прокачать вряд ли. Что-то можно будет прокачать. Так, качать нечего. Опа. Воссоздание сцены близится к концу. Как и жизнь нашего знакомого, если не поторопишься. Похоже, обидчики нашего знакомого остановились здесь, но я их нигде не вижу. Давай изучим данные и попробуем понять, что произошло. Data reconstruction in progress. Похитители меняют транспорт, чтобы сбить преследователей с толку. Это стандартная тактика оперативников ЧВК типа Альбиона. Альбион? Но почему не Сирс? Ну, Альбион, наемники. Возможно, продолжив расследование, мы узнаем, зачем им понадобился разоблачитель Сирс. Я провел детальный анализ транспорта и пришел к выводу, что это фургон. Не ерничай, Бегли. Есть что-нибудь полезное? Ну, еще я могу добавить, что следы песка в протекторах указывают на то, что фургон недавно был на стройплощадке. Ну, а ты же знаешь, не люблю казаться умнее окружающих. Давайте найдем эту сволочь! Я проверял все стройплощадки, связанные с Альбионом, и выяснил, что какой-то сонный кретин забыл вырубить камеру в импровизированной пыточной. Покажи, будь добр. Я не тот человек. Нет. Ты Малик, офицер Сирс и грязная крыса. Нет, это не я. Клянусь. Нет, нет. Если эти альбионовские солдафоны думают, что могут просто взять и убить его, они думают задницей. Бегли, лапушка, дай-ка мне координаты. Так, координаты у нас уже есть. Осталось найти злодея. Ну, злодей номер один. Say hello, my little friend. Видали? Как пахнуло! Цель где-то тут.
ищем. Хрон, обыщи область. Оу, шит. Окей, ничего страшного, там есть еще один. Тут можно еще вот так вот сделать, может получится. А, блин, ты ушла, сволочь. А, нет, смотри, вроде ёбнула. Так, это дрона. Ну, я вызвал кота дрона. Теперь я его буду контролить. Бабуся мутит на месте. Ну, а бабуся тут ни при чем. Так, можно еще. Это что у нас? Новостной дрон. А можно еще один КТ. О, я вызвал. Не то. Ну ладно, законтролим его. Тоже неплохо. Я, знаешь, что думаю? Вызвать КТ-дрон и еще один КТ-дрон. Новостной дрон, подготовить ловушку. Что вы так меня быстро выносите? Задолбали. Не удалось найти. Возвращаюсь. Крайне недолгоиграющая хрень. А, не, все равно его прибило, нормально. Так, ну что, тут есть еще кто-то? Походу я всех уже устранил. Всех, кого было нужно, я уже устранил, так что норм.
Так, а вот тут вот надо... Блин, я застрял. Вот, да. Слушай, а это же можно типа сразу сюда на нужный этаж доехать. Насколько я понимаю. Если я сюда сейчас сяду, то я доеду куда мне надо. Контроль. Ну, давай, барьер. Прыгай. Можешь залезть сюда? Чё, бабуся? Ну, давай. О, есть. Контроль. Это, кстати, из Watch Dogs 2. Это еще ниже. Ой, бабушка, не падай. Ну, ты будешь прыгать, нет? Черт, как-то очень неудобно. Короче, ладно, это очень неудобный. Мне надо менять тактику. То есть он устоял уже, был развязанным. Ну, тихо. Я из Дедсек. Ты нам звонил. Вот как. Зря вы пришли. Они поймут, что я их предал. Мы тебя спасли? Нет, теперь мы оба в беде. Так, я загружу данные на анонимный FTP. Сами все поймете. Идея получше. Ты все объясняешь. Я аналитик в СИРС. Меня зовут Ричард Малик. Я считаю, что нулевой день — это офицеры СИРС, которые подставили вас, чтобы захватить власть. Теперь они убивают или шантажируют всех, кто им мешает. И, как вы поняли, я в этом списке. Ладно. Посмотрим, что Бегли найдет в твоих данных. Лишь бы я потом не пожалела. Этого не обещаю. Ока. Малик покинул это место. Советую последовать его примеру. Так, ну, сейчас у меня все нормально будет. Так, надеюсь, я смогу сюда залезть. Господи, как это долго.
Ты что, не можешь запрыгнуть сюда? Ты что, прикалываешься? Нет, бабушка, не падай. Не падай, бабушка. Все будет хорошо. Нет. Все нехорошо. Физика. Она такая. Все, бабця померла. Кого бы мне взять? А вот тоже неплохой агент. Нужно подменить агента. Если выживет, обязательно поблагодарит тебя. Мерзавцы! Бегли, у нас найдется время. Он, конечно, скользкий тип, но это не всегда плохо. Нам стоит ознакомиться с его данными. Так, минуточку. Бэкс, пошустри там на тему этих данных, ага. А потом собирай тусыч. Так, задание информатор выполнено. О, обалдеть! Похоже, я могла бы вас кое-чему научить, ребятки. Дедсек не завербовал бы тебя, если бы ты не была живучей. О, да ты просто мастер сомнительных комплиментов. Бегли только кажется сволочью, на самом деле он душка. Ты молодец. Дедок такой тоже. Не, бывает прикольный риск, а бывает стрёмный. Вот у нас второй случай, лучше не лезть в это. Чушь собачья. Помочь бы ему. Есть третий вариант. Используйте его. Человек, способный разоблачить Сирс, может вывести нас на уродов, которые взорвали половину Лондона и подставили Дедсек. Пусть даже вы ему не верите. На день рождения можно не звать, просто воспользуйтесь информацией. Это мысль. Да, конечно. Окей, так, а что у нас по тюнингу? Ага, это мы уже открыли. А, гранатомет. Ну это идет как отдельный типа взлом, я так понимаю. Типа... Если я выберу команда, то вот это будет как отдельный гаджет, или... О, нет. То есть это типа как нормально. Окей, тогда технологии. И если я куплю вот это, то есть это тоже будет как типа... А, нет, смотри, теперь это уже как замена чему-то. Вот, это уже замена идет. Ой, блин, тут вода, конечно, вызывает такие лаги, я не знаю почему, но вода очень оптимизирована. То есть она реально вызывает такие просадки FPS жесткие прям вообще. Все остальное норм. Подожди, а у меня бабка разве не вышла уже из больницы? Вот, ее уже выпустили. Ну, я типа хотел играть сегодня за бабку, а потом уже за вот ту вот интересную леди. Так как серия сегодня посвящена этой бабуле. Ты в деле? Главное, не вызови массовые беспорядки. Ладно, посмотрим. Никаких
больше дорогущих билетов в кино. Пришлось позвать соседа. Здоров! Как дела? Тебе только и делают, что лагают все подряд. Ушел и подстрелился нормально. А то на тебя смотреть жалко. Ну, это кофе. Устроил себе вечер. Что происходит? Раже. Да чёрт. Вообще это аморально. Так, ну что там у нас сейчас будет? Оу-хоу-хоу. Можно что-то послушать? В сегодняшнем выпуске подкаста «Закачка» мы поговорим о том, как Бэгли завоевал Лондон. Обожаю эту тему. Могу говорить о системах ИИ часами. Легко забыть, как все начиналось, ведь теперь он повсюду. Бэгли стал частью нашей жизни. Бэгли — ИИ-помощник, поставляемый с каждым оптиком. Запускаешь этот девайс, и он тут как тут. Этот искусственный интеллект, связанный с каждым оптиком через командный центр Блюм, создала техно-богиня Скай Ларсон, наш проводник в утопический мир. Почему Бэгли популярен? Я думаю, в популярности Бэгли нет ничего удивительного. Он смешной и полезный. Отличный помощник, с которым все стало проще. Вспомни все предыдущие служебные ИИ. Они же ему не ровня. Если спросить Бэгли о чем-то, он тут же ответит и даст кучу другой информации. Как-то раз он целые сутки отвечал на мои сообщения, и никто вообще не заметил разницы. Никто не мог соперничать с Бэгли, другие ИИ были в разы хуже. Они нас не понимали. А Бэгли почти всегда все ясно с первого раза. А ты знаешь, почему он смог обставить своих прямых конкурентов? Предполагаю, из-за данных. Стоило Брока связаться с Блюм, как все изменилось. Хорошего в этом мало. У Блюм есть данные на всех. С помощью оптиков они собирают информацию о каждом нашем действии в сети. Бэгли хорош только потому, что за нами следят. Возможно, но я не хочу говорить об этой стороне дела. Бэгли особенный, потому что он обучался на огромной базе данных. Так устроены ИИ. Или были устроены. Мы мало что знаем о последней версии, ведь информацию о ней держат в секрете. Но про данные для обучения все известно. По этой огромной базе ИИ учат определять паттерны поведения. Если ты возвращаешься домой одним и тем же путем, он сможет предсказать время выхода и сам подготовит беспилотное авто. Звучит жутко. Лучше бы данные не управляли всем. Порой ИИ слишком много знают. Кстати, ты слышала что-нибудь о взломанной версии Бэгли? Да, совсем немного. Говорят, он есть у DedSec. Неудивительно. Все знают, что они не фанаты Блюм. Но сама идея взломанного Бэгли меня пугает, ведь он катастрофически умен. Интересно, что они заставят его сделать. О, как. Видите, вот тебе. Вот тебе и все. Как оказалось. Я тебе. Не-н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 е. Я ошибся входом, выходом. Бля. Черт побери. Я не специально, я случайно. Обратно, заходи, бабуся, давай обратно. Крути рычажок и заваливайся в DedSec. 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 Ну давай, бабуся, быстрее, резвее. Поговорить? Как дела? Надеюсь, вы не против, что я разместилась у вас. Преступники умнеют, и мне пора. У нас еще много нераскрытых дел. Надеюсь, вы поможете. Не вопрос. Чудно. Отправила дело вашему Бэгли. Он проведет инструктаж. Нет в наличии. Но это потом. В данный момент у нас немного другое. Клан Келли. Клан Келли, хорошо. Потом.
Я тут. Готовы начать? В двух словах. Данные Малика подтвердились. Заговорщики из Сирс повесили теракты на Дэдсек, чтобы власти стали позговорчивее. Но выясняется, что их порядки не всем по душе. А виноваты в этом, разумеется, вы. Думаю, именно эти люди и есть нулевой день. Имен я не знаю, но можно с уверенностью сказать, что у них есть лидер. Как подсказывает мой опыт, если его убрать... Ну, конечно, без лидера не будет и нулевого дня. Но почему ты пришел к нам сейчас? 2 недели назад подставная фирма, связанная с нулевым днем, забрала со склада времен Восточного Блока 40 кило Симтекса. Но из Лондона их не вывозили. Это значит, что нулевой день планирует теракт, по сравнению с которым предыдущие покажутся детской забавой. И думаю, я знаю зачем. Инсценировка терактов – любимое развлечение деспотов. Если долго убивать людей, те, кто останется в живых, побегут за любым, кто пообещает защиту. То есть за нулевым днем. Значит, мы с вами должны выяснить, кто главный в нулевом дне, и помешать им. Нужно получить досье всех, кто имеет отношение к терактам и попыткам скрыть правду. Мы с Маликом изучим общие связи и таким образом вычислим главу нулевого дня. Остаюсь на связи, послежу. Итак, если Малик прав, нулевой день — это клика шпионов-заговорщиков, которые взорвали половину города, чтобы в итоге контролировать правительство. Но теперь они разозлились, что кто-то осмелился встать у них на пути и хотят устроить новые теракты. Ужасно. Согласен. Могли бы придумать что-нибудь новенькое. Очередные теракты. Дискета, Ньюсказ, игра первого лица. Они повторяются. Сабина, это мы виноваты? Может, нулевой день не стал бы никого взрывать, если бы мы не пошли против них? Завязывай с виктимблеймингом. Пусть меня лучше взорвут 1000 раз, но спокойно ждать, пока эти псевдотираны начнут вытирать об меня ноги, я не собираюсь. Угу. Так, сломайте сервера, штаб-квартиры, Сирс. Окей. Прыгаем на ближайшее метро и шуруем. Найти баба-бусю тайного агента было бы вообще прикольно. Алекс задолбал проигрывать и выигрывать бабки, насколько можно. О, машина. Хочешь мне что-то сказать? Я на месте. Ваша цель – выкрасть досье сотрудников СИРС. Отделы в организации строго обособлены, поэтому данные не хранятся в одном месте. Шпионить за шпионами. Как по мне, так давно пора. Полагаю, у тебя есть план? Для обработки информации из CTOS СИРС использует суперкомпьютер под названием Филамент. Он вроде Нудл, только позволяет получить доступ к любой информации на устройствах граждан, а также правительственных и коммерческих организаций Великобритании мгновенно. Боже правый. Относитесь к системе как хотите, но она спасла множество жизней. Получите доступ к терминалу Филамента, и я помогу составить поисковый запрос. Дрона.
Как-то так, да. Так, тут нас еще надо взломать что-то. Ай. Надо хакнуть. Активирую протокол поиск. Цель будет задержана. Подожди. Только что вылез паук с пушкой, и теперь он без пушки. Значит, это филамент. Впечатляет. Я могу помочь вломиться, но мы оставим следы. Может, Малик что предложит? Вот. Я убедил охрану филамента в том, что действие бота-паука — это техобслуживание. В первый раз вижу настолько услужливого шпиона. Это не кино. Разведка и полиция не одно и то же. Я верю, что прибегнув к помощи меньшего зла, Дедсек, можно защитить общество от большего. Тогда почему нулевой день убивает моих друзей? У нас разные точки зрения. Оу, шит, тут все очень серьезно. Очень серьезно. То есть эти штуки вращать не страшно. Но главное не вращать определенные какие-то элементы, которые вот, например, вот типа таких. Они защищены. Другие не защищены. Поэтому их можно вращать смело. Но нам надо открыть как-то вот эту хрень. То есть нам надо направить на ту и на ту сторону. А как нам на ту и на ту сторону направить? Нам надо как-то проправить через вот эту вот хрень. А до этого нам надо отправить сигнал сюда. А откуда нам его получить? Сюда. Подожди. Не понимаю. Как нам его туда отправить? У чувака есть ключ, почему я не могу его взломать? Я не могу понять, что мне с этим делать. В чем проблема? Ага. Вот, я просто не видел эту хероту. Окей. Все, тут у нас есть сигнал. Окей. И окей.
Блин. Ну, я просто не заметил. Вот это вот самый минус, блин. Что ты не видишь, что ты разлочиваешь. Блять. Да ладно, твою ж мать. Да-да, взломано. Досье у меня, и я ухожу. Очень хорошо. Личные дела у меня. Значит, нужно провести простой анализ связи, и мы выясним, кто главный в нулевом дне. Я сделаю это быстрее, чем ты скажешь Гуантанамо. Спасибо, я сам займусь засекреченными данными. Моя помощь значительно увеличит скорость. Люди из этих досье связаны, но не обязательно замешаны в этом деле. Мой опыт разведчика поможет мне отделить зерна от плевел. Когда найду что-то ценное, автопилот выйду на включен. Связь. Он отключился. Славный малый. Задание выполнено. О, обалдеть! Похоже, я могла бы вас кое-чему научить, ребятки. Дедсек не завербовал бы тебя, если бы ты не была живучей. О, да ты просто мастер сомнительных комплиментов. Тебе еще предстоит привыкнуть к манере общения Бегли. Молодец. Задание приманка начато. На связи, Малик. Соедини, будь добр. Нужно встретиться. Возникли сложности. Я не могу получить доступ к украденным файлам. Прошу прощения? Файлы заблокированы. И как только мы их скачали, я получил это. Привет, Ричард. Похоже, ты решил выйти на нас, используя наших партнеров. Идея супер. Пожалуй, мы ее позаимствуем. Твой спаситель в маске. Кто это? Я отправил Бегли координаты места встречи. Надеюсь, не нужно говорить, что это приоритетная задача. Угу. А там типа стройка идет, а? Ну ладно, вернемся, когда доедем, чтобы не тянуть резину. Я нашел для нас потенциального рекрута. Поставлю маркер на карте. А чё за чувак? Погоди, где он вообще есть? Бывший член тлянской экстремистской секты. Экс-бандит Келли. Сорок две минуты и 59. Ну ладно, можно в принципе. Я думаю, чё. Доеду туда. Там посмотрим, что он скажет. Запустим ролик. Потом доедем до другого. Ну, опять поставлю на паузу, доедем до другого. Там тоже посмотрим, типа, что он скажет. Вернемся на паузу и продолжим, чтобы не тянуть резину, чтобы, ну, как бы не мотать ролик туда-сюда. А то просто как я катаюсь по городу. Это, конечно, может быть очень интересно, но это очень много занимает времени и памяти. А я не хочу засорять память пустыми покатушками, поэтому вернемся, когда доедем до чувака. Вот так вот. Так. И, собственно, вот мы прибыли. Вы прибыли к месту назначения. А, в принципе, ничего особенного. Просто потенциальный рекрут. Вот и все.
Я думал, там что-то интересное будет, но у него... Бля... Конченая коза... Я хотел тебя взять, кстати, к нам в отряд, но ты тупая дура. Ну, типа, я тупых людей в отряде не хочу. Прыгать под колеса машины — это такое себе занятие, типа. Убитый агентом Джейн Уайт. Ну ладно. Ну окей, вернемся тогда у следующего. Тогда вернемся уже на задание. Я просто заберу того чувака. И вернемся уже на задание. Итак, я взял нам в пати протестанта. Возле воды очень дико лагает. Автопилот включен. Автопилот выключен. Так, встретитесь с Ричардом, этим Маликом. Блять, лаги, пиздец. Этим Маликом встречаться. Ждать. Просъеду ждать. Блин, ну лагает просто. Не вставай. Нужна биометрика офицера Сирс. Пальчики и сетчатка. Это белиберда, юноша. Я теряю время. Давай потише. Данные зашифрованы. Наш чудесный Бэгли разберется с ними. Не быстрее меня, а я пытался. Времени у нас почти нет. Так, если не поможете, нулевой день победит. И тогда нам всем конец. Боже правый! Значит, отрезать пару пальцев? Нет. Хватит качественных снимков. Проблема в том, что нам нужен действующий сотрудник МВД. А в случае атаки Сирс тут же закроет ему доступ. Таков протокол. Так что придется действовать по старинке. То есть пытать? Боже, нет. Нужно сблизиться. Наладить тесный контакт и незаметно сделать снимки. Ладно, пара пустых. В нашем деле это самое... гадкое. Отправьте того, кто готов. Такой странный чувачок на самом деле. Багли, поможешь, милый? Предлагаю начать строить взаимоотношения с контактом из МВД, так же, как и с любым другим человеком. Со скрупулезного изучения личной жизни. Продолжай. Нужный нам человек осуществляет связь между МВД и СИРС. Офис контакта находится на Даунинг-стрит. Полагаю, стоит начать ваши отношения оттуда. Что ж за дело? Угу. Ну окей, за дело. А как мне забрать вот эту вот хрен? И все. И пизда. И что мне теперь делать? Как мне отсюда теперь выбраться? Вон там труба есть. О, ступеньки есть. Ладно. Ну хоть моей бабуле не труба. А, блин, я не знаю, как забрать тот объект. Так, чтобы при этом еще и не утопиться. Ладно, хрен с ним. Так, что у нас там? Куда нам там надо? О, та ж сюда. А машина моя где? Что, угнали ее, что ли? Приезжай, а я маленько вздремну.
ты сигналишь? Я сейчас рожу разобью. Человек, осуществляющий связь между МВД и СИРС, работает здесь, но без четкого графика. Впрочем, можно взломать устройство ассистента. Я поняла. Так, констебль уголовной полиции. Я думаю, сохранить. Лишним не будет. Это капитан Альбиона, право с ним сейчас с одним. Мучайтесь, парьтесь, а я сделал это шанель. Загружено. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Все, грузовой дрон вызовем, сразу забегаем по нам ступень. Нашел. 16 писем указывают на то, что наш контакт в МВД любит выпить. Она проводит много времени в пабе «Три Коробейника». Если хочешь ее соблазнить, можно заглянуть туда. Мне нужно знать координаты. Есть. Да ёб вашу ж душу, как это бесит. Ой, не то немного. Так. Что за черт? Начал поиск. Здесь может быть нарушитель. Ну ладно, она тупая. Таким людям не выжить в этом мире и так, поэтому... Ой, что ж поделать. А, нам на мост надо, окей. Ну, он ранен, но не убит. Я прошу вас уйти немедленно. И как мне туда добраться-то? Все ясно. Если я так поеду, не вариант, то... Что там можно ближе было? Ты меня вот это вот кругами возякаешь просто так, по приколу? Господи, это какое-то издевательство. Так, еще чуть-чуть.
это сверху вход туда. Это она. Соблазнить представительницу надо. Так, пап, три корабейника. Блять, сука, я слепой. Три корабейника. Ох, знатная же у тебя корма! Так еще говорят? Корма. Что будешь пить? Ты так облажалась с первой фразой, что я уже боюсь услышать вторую. Гуляй! Брось, не будь букой. Может, выпьем? Угощаю. Да у меня отличное настроение. Просто не хочу тратить время на идиотку, которая ведет себя так, как будто вчера вылезла из болота. Отсоси! Только в твоих фантазиях, сладкая. Я только постигаю особенности человеческих отношений, но согласно моему анализу, ты не в ее вкусе. Ну что бы я без тебя делала, Бегли? Прекрати ныть. Как говорится, в этих лесах еще полно дичи, а у нас самое большое ружье. Кого-нибудь да подстрелим. Продолжай. Попробуем другого агента. На этот раз мужчину. Что ж, у меня есть... Другой агент. О, бля. Ты нам нужен. Готов? Ага. Эй, остынь, не надо так. Я в этом деле новичок. Скажи, мы не совпадали в инвайт? Если нет, то мне придется грохнуть их гендира. Ха-ха, черт, нет. Я же просто пошутил. Осторожнее. Я ведь чуть не убила человека. Говнюк, вероятно, это заслужил. Пожалуй. Может, продолжим этот разговор в местечке поукромнее? Блин. О, черт. Ну, типа, я пытался за бабулю играть всю, ну, все возможное время, но, к сожалению, за бабулю все время играть невозможно. Не знала, что ты так умеешь. Что еще ты от меня скрыл? Показать? Как у тебя с растяжкой? Вот дедуля. Дедуля дает. Просто дает жару. А ну так что, ты получил биометрические данные? А как же? Имей в виду, больше мы это обсуждать не будем. Офигенско. Теперь что? Полагаю, нам придется еще некоторое время продолжать игру. Загрузка еще не завершена, а у меня на связи наш контакт. Ага, соедини. Выкладывай, кто ты такой? Ты работаешь на русских, на китайцев, на сраную Америку? А это важно? Я победил. Смирись, так бывает. Ой, да заткнись уже. Лол. Закачка бывает. Завершена. Малик на линии. Уверен, он будет рассыпаться в благодарностях. Ладно, сойдет.
Встретимся в Вестминстерском аббатстве и все обсудим. Да, и еще. Хочу сказать, что вы справились лучше, чем я ожидал. Да пошел ты, мудак! Он отключился. Мудак и есть. Ладно, за неделю в следующей серии поиграю. Ну, я просто сказал, что эта серия чисто за бабулю, поэтому... Поэтому поиграем за бабулю. Как бы целую серию я обещал играть за бабулю, поэтому как бы надо выполнять свое обещание. Я отметил место встречи на карте. Не торопись. Спасибо, милый. А что можно, кстати, улучшить по технологиям? Это улучшено. Это у нас что? Электроловушка. Нет. Вот, чтоб гранатомет качнул. Ладно. Что у нас там? Далековато, да? Ну да. Что ж, вернемся, когда уже доедем. Потому что тратить время на то, чтобы доехать, очень уж... Ну, как бы... Я думаю, неинтересно смотреть на то, как я еду куда-то до точки назначения, поэтому как бы лучше сэкономить время. Так, вот мы уже подъезжаем. Так, сейчас встретимся с нашим Маликом. Ты в Вестминстерском аббатстве. Месте упокоения знаменитого сестролюба короля Эдуарда Первого. Неужели это так важно, Бегли? Для его сестры наверняка. В любом случае, садись. Я сообщу Малику, что ты на месте. Ждать. Все, я не могу. Я не спал 76 часов. Я не справлюсь. Ты просто устал? Нет. Напуган. Я знаю, кто главный в нулевом дне. И мне не победить. Не побеждай. Скажи имя. И это не просьба. Ладно. Я вам доверюсь. Все указывает на то, что нулевой день возглавляет директор отдела СИРС по борьбе с терроризмом Эмма Чайлд. По слухам, она помогла Горбачеву пережить путч в 91-м, но это не все. Мы друзья. Когда-то она наставляла меня на первом задании. Ну, надеюсь, вы попрощались. Стоп. Стоп! Всегда есть шанс ошибки. Если вы нападете на Эмму, я не прав. Против вас будут и она, и нулевой день. Убедитесь, прежде чем действовать. Все проверим. Проверь. Иначе нам конец. О, как. Неприятно соглашаться с кадровой ищейкой, но Малик прав. Нужна осторожность. Мы собираемся выступить против главы отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Не собираемся. Сначала добудем сведения, потом перейдем к действиям. Ладно, это приемлемо. Так где нам ее найти? Выследим ее подчиненных. Бегли, взломай средства связи тех агентов СИРС, кто подчиняется ей напрямую. Принято. О, весьма умно. Но мы не можем сидеть и ждать, пока кто-нибудь оплошает и сболтнет, где искать Эмму Чайлд.
Нужно, чтобы ей назначили встречу. А для этого нам следует сделать что-то в стиле старого DedSec. Нечто крупное. То, что их напугает. Эмма Чайлд — глава отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Ее отдел координирует взаимодействие с Альбионом из старого здания МИ-6. Если вломиться туда и оставить сообщение, которое она точно получит... Всеми руками за. Приступим. Бывшая сотрудница МИ-6. Окей. Так, насколько далеко нам надо ехать? Окей. Значит, включимся тогда, когда уже доедем. Погнали. Так, вот мы и приехали. Некогда одной из самых влиятельных разведслужб в мире. Сейчас же, под началом СИРС, это душа и сердце любого заговора и кровавого переворота в Европе. Ну, то есть, почти ничего не изменилось. Ладно, бывало и хуже. Правление Тэтчер, например. Блядь, что ты не уклоняешься? Тебе всего лишь нужно найти центральную серверную и подключить нас. Остальное сделаем мы сами. Ты справишься. Я тебя так отмудохаю, не... Подожди, что с тобой происходит? Так, ладно, нам надо пробраться туда. Что, тоже Альбион? Да вы задолбали везде их пихать. Да, правда? Да, сынок. Что, правда? Не получится, да? Ну ладно. Надо посмотреть, изучить территорию, местность тут всю. Ну, можно будет приступать. В принципе, это пыточная. Сигналка сработала. Надо проверить. Так, нарушитель. Так.
Бля. Обыскать область. Вперед. Дрон, подай сигнал, если что-нибудь найдешь. Сотрудник Сирис. Так, как отключить эту хуету? О, можно задействовать. Запись для GBB. Прости, а обязательно ключик есть, но это не дало нам ни хрена. То есть нам все равно придется сюда, да, зайти. Цель скрылась, прекратить поиск. Ну что, придется нам заходить туда, наверное. Просто жесть. Чувак в панамке был. Сюда типа спуститься, наверное. Так, что-то тут вот людей надо спасти. Так, ну здание, не знаю, так, окей, да, так, ну это, короче, какая-то пыточная.
для промывки мозгов. Ну, ты будешь спасать эту клушу или нет? Впоследствии собираете. У тебя был шанс. Бабуля-партизан просто. Бабуля-партизанка. Давай, давай, ну, ну чапай быстрее. Господи, как долго. О, потрошки. Я свои права знаю. А вот и нужный нам файловый сервер. Подруби к нему, Бегли, и мы все сделаем. Я поняла. У меня новости. Только обещай, что не будешь ругаться. Что за ребячество? Давай к делу. Ах, вот ты как. В таком случае я не стану делиться подробностями. Но вкратце, скоро на тебя обрушится вонючий ливень из альбионовских головорезов. Бабуся дает, конечно, жару. Готово. Ни хрена себе. Я рада, что ты на нашей стороне. Молодцом. А теперь сваливай. Мы свяжемся, как что-нибудь нароем. Так, осталось забрать эту хрень. Маску. Как же мне забрать маску? Где-то наверху. Еще где-то выше, получается. Нет. Стреляют! Ну а куда это выше-то? Я не понимаю просто, куда типа мне двигаться немного. Наверное, выше сюда. Еще выше? Куда еще выше? Где-то на крыше, что ли? Куда это? Я не понимаю просто, куда надо двигаться. Тут можно пойти сюда на выход.
Ну надо же, твой план сработал. Люди МЧЛ суетятся, кокосы вокруг разворошенного гнезда. Боже правый, так быстро? Я тут разослал всем в сети Чайлд запись твоей маленькой шпионской операции. Это их подстегнет. Это безопасно? Вообще-то нет, но ты опасная мятежница в колоритной маске. Бьешь наемников, воруешь секретные данные и сносишь столики уличных кафе на тачке. Что в твоем понимании безопасно? Ладно, молодой человек, хватит ерничать. Как будем действовать? Небольшая группа людей встречается с Эммой Чайлд на парковке. Они отключили камеры, но если получишь доступ к хабу сети ОС, я снова их включу, ведь я такой умный. Что ж за дело? Что ж за дело? Да. Окей, пока достану маску и доберусь до точки назначения. Хотя, интересно, что там за маска, я думаю, может будет кому-то. Оу, это что, все? Как мне выше забраться? Как тогда забираться выше, я не понял. О, так, это где-то здесь. Хрена себе, где маска аж была. И то херовая. Очки технологий. Ну, я думаю, можно взять уже эти очки технологий. Блин, 1:30. Я хотел за одну серию запилить сразу все. Опача. Все, технологии взяли. А теперь прыгаем в ближайший пункт назначения и добираемся сюда. И продолжаем именно уже оттуда. Итак, вот мы подъезжаем. Задание. Я вижу где, окей. Напоминаю, это парковка, где Эмма Чайлд проводит встречу с подручными. Малик просил подтвердить, что она связана с нулевым днем, прежде чем устранить ее. Так что взломай систему видеонаблюдения, чтобы мы могли увидеть эту встречу. Хрена себе, бабушка ползает, даже я так не смогу. Капец. Я что-то слышал. Скотина! Вы можете найти... Мы справимся! Тупик! Да-да-да. Тупица! О, фак! Больше никто никого не преследует. Порадуем нашего потенциального рекрута. Наш потенциальный рекрут хочет с тобой поговорить. Соединяю. Теперь я вам должен.
Если хочешь вернуть должок, почему бы тебе не вступить в ДЦК? Что скажешь? Знаешь, да. И я в деле. Братишка, ты должен был мне помочь, как бы. Вместо того, чтобы мешать, ты должен мне был помогать. Точнее, ну просто стоять, ты должен мне был помогать. Можно что скачать вообще? Мне нужно ключ какой-то, да? Да, вот мне нужен ключ доступа. Не попасть. Так, вот есть ключ доступа. Доступа здесь. Где? Боже, я слепой олень, его не увидел. Так, окей. Я очень просто хочу за одну серию допинать Сирс. Это не просто совпадение. Малик удрал, тут же наш сервер взломали? Это явно его рук дело. У меня спецы на готове, миссис Чайлд. Малик появится, и его тут же уберут. Так, что значит Малик появится? Мы до сих пор не знаем, где он. Увы, мэм. Обывательски выражаясь, он исчез. Его нет ни в офисе, ни дома, и он не пользовался кредиткой. Естественно, он же не дурак. Он знает наши методы. На филамента полагаться нельзя. Нужны люди. Может, он уехал из Лондона? Прячется где-нибудь в глуши? Ха, поэтому ваши жалкие отмазки воняют навозом. Ну, у нас есть еще одна версия, мам. Мы думаем, что Малик связался с ДЦК. Возможно, они прячут его. Он повел себя в Лондоне, как на вражеской территории. Связался с местными повстанцами и использует их. Что ж, вот что мы сделаем. Перебросьте все ресурсы на ДЦК. Если долго трясти это дерево, Малик на нем не усидит. Приступайте, ну? Сотрите террористов в порошок. Ока. Неплохо. И прикрывает все, что надо. Раз уж я член сопротивления, я должна выглядеть просто балдежно. Бегли, позвони Малику. Он не отвечает. Да твою-то мать! Ладно, за дело. Блин, да, ты права. Другого шанса может не быть. Все, эй, счастливо. Эй. Кажется, ты спешишь. Надеюсь, ты домой? Обидно было бы сесть из-за комендантского часа. Сорян.
Давай, 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 беги, бабуся. Вон машина. Она за... только что связалась по защищенной линии с министром внутренних дел. Если ты и правда хочешь доказать, что Дедсек не причастен к терактам, у тебя появились шансы. Если приблизишься к машине, я смогу подключиться к разговору. Подключаю тебя к каналу связи Эммы Чайлд. Постарайся не лихачить. Это директор Чайлд. Код Килла Альфа Килла. 711. Код и голосовой отпечаток подтверждены. Это закрытый канал связи с МВД, директор. Подождите, господин министр. У меня какие-то странности со связью. Может, мне кажется, но лучше переключиться на другой канал. Какая незадача? Держись рядом с ней. Попытаюсь подключить тебя по новой. Мы перебрасываем ресурсы на дело Дедсек, господин министр. Я хотела сообщить об этом вам лично, в свете того, что недавно случилось с вашим представителем. О, боже. Вы думаете, это был Дедсек? Мне-то казалось, мы выяснили, что это дело рук вашего трудного ребенка, Малика, да? Да. И это самое неприятное, господин министр. Новые улики позволяют предположить, что Малик работает с Дедсек. Твою мать, Эмма, это катастрофа! Все под контролем. Черт. Прости, Том. Придется снова перейти на другой канал. Секунду. Ого-го! Похоже, этот заговор берет начало в высших эшелонах власти. Ну или где-то неподалеку. Держись рядом, почти готово. Не, ну, Малик себя ведет очень странно. Ну, реально, вот. Какой-то странный такой чувачок. Автопилот выключен. Автопилот включен. Каким образом, позволь спросить, у тебя все под контролем, Эмма? Все просто. Один из них сейчас взламывает систему связи в моей машине. Отсюда и помехи. Ты как-то подозрительно спокойна. Не первый день на службе, Том. Я не в машине. Это приманка. Но в ней стоит работающий маячок, который отправляет координаты Альбиону. В течение часа мы задержим хакера. В этот раз отключился я. А тебе пора делать ноги. На связи, Малик. Я собираюсь лечь на дно. Поддерживать связь слишком рискованно. Ты ее вообще слышал? Эмма Чайлд хочет тебя убить. Хотел доказательств? Получай. Разумеется, я все слышал. Она знает, что я работаю с вами, а значит, подобралась ближе, чем я думал. Мне жаль, но время вышло. До встречи. Вот так вот. Задание выполнено. Задание начано. Значит, новое задание? Ну, какой урод! Нахер его. Теперь мы знаем, кто возглавляет нулевой день, и Малик нам не нужен. Осталось только найти ее. Так вышло, что во время моих попыток поближе познакомиться с сервером Ми-6, я наткнулся на список убежищ Сирс, разбросанных по всему городу. К сожалению, их немало. У нас есть GPS-данные сторонников Эммы Чайлд. Сравни их со списком, это сузит круг поисков. Прекрасно. Бэкс, начнем там, где вероятность найти Чайлд выше. Достанем эту сучку. Окей. Тут у нас есть потенциал. Это кто? Пропагандист. Рекрут, стоит присмотреться. Интересно. Отмечу на карте. У нас уже есть один. Так, это нам куда? Это нам аж сюда, значит. Вернемся, когда, ну, я уже включу типа видео, когда уже доберусь туда, потому что крутить столько хронометража нет смысла. Так, вот мы подъезжаем уже.
Ты рядом с убежищем Эммы Чайлд. Постарайся найти там какую-нибудь зацепку. Я все сделаю. Так, ну я доступ открыл везде. Во, а что мне-то? А мне-то за что? Как они поняли, что это я вообще? Никак нет. Не видим цель. Как они поняли, что это я вообще? Я не понимаю. Цель, цель, цель! Не с места! Не с места! Руки за голову! О, ни хера себе! Мою бабулю украли! Похищено, пиздец. Привет, найдешь часок на восстановление справедливости? Ага. Мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что одного из наших агентов похитили. Что за черт? Никто в Альбионе не додумался бы до похищения самостоятельно. Наверняка это дело рук Сирс. Главный вопрос – зачем? Полагаю, чтобы выпытать информацию о Малике. Мне казалось это очевидным, раз уж Эмма Чайлд заявила примерно следующее. Похитите кого-нибудь и выпытайте информацию о Малике. Черт. Нужно найти Малика. Бэкс, должен быть способ подать ему какой-нибудь сигнал. Конечно. Отметил место на карте. Пытаясь погромче хлопнуть дверью, Малик не зашифровал последнее сообщение. Отследить сигнал до его убежища было проще простого. Слишком просто. К чему ты клонишь? У Малика сейчас такое шило в жопе, что, считай, оно думает вместо него. Наверняка он заметил свою ошибку и сменил дислокацию. Но уверен, он глаз не сводит с компьютера в убежище. Можно отправить сообщение, выйди на связь, или мы все расскажем Чайлд, и шило заставит его прислушаться. Попытка не пытка. Да. За дело! Так, окей, ладно. Что ж, идем спасать нашу бабусю, потому что, ну, без нее никуда. Все, возвращаемся, когда приедем на место. Так, вот. Не хочу тебя пугать, но одного из твоих товарищей похитили. И без насилия не обошлось. Хотя, может, я и хотел тебя напугать. Один черт! Полностью с тобой согласен. Я составил психологические профили и отследил по GPS всех лондонцев, которым вы насолили. И, похоже, нашел преступницу. Отследи ее, и, возможно, она приведет тебя к пропавшему агенту. Ладушки! В смысле, у нас еще кого-то похитили? Вы офигели, что ли, совсем? А, ну, в принципе, чувак особо и ничем не... нам не поможет. Убежище Малика где-то тут, но думаю, так просто его не найти. Наверное, нужно поискать кирпич другого цвета или рычаг, которого тут быть не должно. Так. Слишком далеко, окей. Ну. Вы слышали? У нас тут незваный гость. Прошу блокировку. No. Нет. Фу, блядь. Ох, чуть не сломали. Окей, дедуля, давай закидывай туда дрона.
Ах, тот, блин, не может нормально. А что ж такое-то, а? Гос. Есть. Сами напросились, как бы я не хотел этого, но... Воу-воу-воу! Диспетчер, патрулям в секторе. Сломанный дрон. Диспетчер, запрос принят. Прием. Воу! Так, где-то есть здесь дрон. Воевого дрона нет, что ли? Ну иди сюда, говна кусок. Давай. Так, а туда перебраться можно вот сюда. Ну давай, забирайся, 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 дедуля, давай, 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 спасай свою бабулю. Мне здесь нужна поддержка!
Так, надо чуть-чуть спрятаться. Дроны ведут преследование. Преследуем цель. Повторяю, преследуем цель. Воу-воу-воу-воу, чё за лаги? Слегка подозрительный рычаг, не так ли? Я вызывал дрона. Куда ты упал-то, а? Вот что шлёпки. Господи, вы задолбали. Срочно вызывайте скорую. Прием. Просто не может быть. Осторожно! Господи, ну сколько можно-то вас уже тут? Закончится, я не знаю, что мне делать. Офицер ранен. Скорую.
Ну то шлепки, ну господи, сколько можно меня щемить? Прием! Да вы уже меня потеряете, я не могу понять. Прекращаю поиски, возвращаюсь в штаб. Все, от меня отцепились уже. Все, господи, боже, как это было сложно. Зачем так сложно? Уже почти 2 часа видео. Подсоби! Ага. Похоже, Малик усовершенствовал систему безопасности. А поскольку он не только спец по таким системам, но и параноик, не уверен, что тебе удастся справиться. Я вызвал грузовой дрон, но что-то как-то не особо, да? Но мне удастся. Ага. Понравился мой маленький фокус с дроном. По-моему, очень неплохо. А ты хорош, Бегли. Спасибо. Слушай, если мы что и знаем о Малике, так это то, что он считает себя умнее всех на свете. А значит, как только я начну действовать, на меня тут же накинутся дроны или еще кто. Так что меня нужно будет подстраховать. Ладушки! Ха! Доки для дронов, так я и знал. Ну уже, Малик, удиви меня. Или громкие слова и охранные дроны — это все, на что ты способен. Халтурщик. Я Малик. И я считаю, что могу проанализировать досье Сирс быстрее, чем Бегли. Но надежная система защиты в моем представлении — это автоматическая смена прокси-серверов. Я тебя умоляю. Ладно, ты готов? Ага, вперед. Вот и зашибись. Серьезно, Малик? Ты думал, что меня остановит эта штука? Не знаю, что это, но очень скоро выясню. Давай быстрее. Вломиться в убежище, когда у меня на хвосте висят дроны. Попробуем еще раз. Да это какая-то жесть. Я не могу вломиться в убежище, когда у меня на хвосте висят дроны. Попробуем еще раз. Дедуля, я не могу вломиться в убежище, когда у меня на хвосте висят дроны. Я рад за тебя, закрою хлебало, пожалуйста. Ладно, а если это вот так, а этот скрипт вот сюда и вуаля? А нет, ничего не вышло. Черт.
И я снова с вами. В этот раз все-таки отгони от меня дроном. Что я отвлекусь на восхитительно написанные детали и забуду про глобальную структуру, да, Малик? Ну что ж, умно. Но я все равно умнее. Все? Сообщение с тем же шифрованием, которое использовал Малик, и повторяю отправку каждые 15 секунд. Вы молодцы. Теперь осталось убедить Малика помочь вернуть нашу подругу. Отлично! И спасибо. Знаю, что дела становятся все страшнее, но вы охренительно смелы. Я горжусь тем, что вы мои друзья. Так, ну, покинуть твою область я пытаюсь. Ой, давай выбегай отсюда, дедуля. Входящий вызов из зашифрованного источника. Малик, посмотрим, что он скажет. Надеюсь, у вас есть веские причины, чтобы мне угрожать, иначе это будет очень короткий разговор. Наш агент у Эммы Чайлд. Полагаю, они сейчас ведут пространные беседы о тебе. Ясно. Так вышло, что я знаю, где она. Но у меня есть одно условие. Я хочу вернуть Семтекс, а для этого мне нужна Эмма. И я хочу, чтобы вы взяли ее живой. Лады, лады. Ну что ж, когда нужно действовать быстро, Сирс проводит допросы на стройплощадках. Там никто не ходит и легко избавляться от трупов. Мне сообщили, что Эмма только что появилась на одной из них. Ближе к делу. Если агент еще не раскололась, думаю, Эмма будет допрашивать ее там. Ладушки! Чем дольше агент остается в плену, тем больше у Эммы времени, чтобы ее допросить. Вызволите свою подругу и схватите Эмму. Удачи! Вот так вот. Ладно, 2 часа серия — это слишком дохера. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, будьте на позитиве, играйте в хорошие игры. У микрофона был Дэн и игра под названием Watch Dogs Legion. Еще заходите на мой сервер, вся информация в описании. А кто хочет помочь каналу, тоже все в описании. Всем спасибо, всем пока-пока.